чудесный день представляет. Как же здесь красиво! Тирекс! Позволь поинтересоваться, с кем ты разговариваешь? С собой. Посмотри, птеродактиль, на это творение природы. На водопад, что ли? Я его 100 раз уже видел, а может больше. Я тоже. Но каждый раз, приходя сюда, восхищаюсь. Ну, не буду тебе мешать. Полечу домой. Посплю после наивкуснейшего обеда. Папа! Нет! И как вас угораздило попасть в эту реку? Вот несчастье! Вроде дышат. Что произошло? Где я? Венера! Дочка! Спокойно, Тирекс. Ты наглотался воды, какое-то время не дышал. Не стоит делать резких движений. Венера! Венера! Она жива. Думаю, скоро придет в себя. Стой! Ты назвал меня по имени. Мы знакомы? Ты меня не знаешь. А вот мне о тебе многое известно. Ой, папа! Папочка! Венера, дочка, как ты? Нормально. Нет, не все в порядке. Кажется, у меня сломана лапа. Но это мелочи. Главное, мы живы. Но как ты здесь оказалась? Я увидела, как гигантский велоцираптор тебя в водопад сбросил. И я прыгнула за тобой. Зачем? Чтобы помочь. Дочка моя. Ничего, я тебя донесу до дома, а там трицератопс вылечит твою лапу.
Простите, уважаемый, я не спросил ваше имя и не поблагодарил за наше спасение. Меня зовут Бруно Турсус, и обращайся ко мне на «ты». Бруно Турсус, спасибо тебе огромное, что спас нас с Венерой. Чем я могу тебя отблагодарить? Да брось, я ничего особенного не сделал, просто поступил как нормальный динозавр. Вам надо поесть, чтобы восстановить силы. Ждите меня здесь. Папа, мне страшно. Какой-то странный этот Бруно Турсус. Чего-то он не договаривает. Посмотрим. Главное выяснить, где мы находимся и как попасть домой. Это не так просто. Долина динозавров далеко отсюда. Да и выбраться из этого оврага не так-то просто. Мы в овраге? Ну, это место можно назвать как угодно. Овраг, яма. В общем, мы внизу, и сюда никто никогда не заходит. Вся жизнь происходит наверху. Вы обедайте, набирайтесь сил. Ешь, Венера. Бруно Турсус, откуда ты меня знаешь? Наблюдал за тобой и за твоим лекарем. Зачем? Счастливый ты, Тире. Живешь в шикарной долине. Да еще и вожак там. У тебя прекрасная жена, дети, внуки. Полно друзей. Лучший лекарь. Ты богат. Ты очень богат, но не ценишь это. Напротив, я каждый день благодарю небеса за все, что имею. Вот я наблюдал за тобой со стороны и мечтал, что когда-нибудь у меня будет все то же самое. Но, увы. Что у тебя произошло? Почему ты живешь в этой яме и прячешься от мира? Я не прячусь, просто мне здесь комфортно. Ты сейчас лжешь, ты прячешься. Ты прав, прячусь. Несколько лет назад я узнал об одном Зауро-Фагонаксе, над которым ставили различные опыты. Это ты говоришь об отце нашей Кей? Именно. Я хотел его спасти, но в итоге сам попал под эти опыты. Но мне удалось сбежать, но с тех пор у меня шалят нервы и... Мои лапы, они не функционируют, поэтому я прячусь ото всех, чтобы не навредить во время приступа. Нелегко тебе пришлось, Бруно Турсус. Но вместо того, чтобы прятаться здесь, тебе надо лечиться. Да, согласен. И сейчас для этого самый подходящий момент. Тирекс, я помогу вам выбраться отсюда. Хоть это и будет нелегко. А вы попросите вашего лекаря попытаться вылечить меня от этих нервных приступов и... лапы. Может, он сможет с ними что-то сделать. А если нет, то вместо этих нефункционирующих приделать протезы. Конечно, я согласен. И трицератопс любит трудные случаи лечить. Вот и отлично. Но будьте готовы, что путь в долину динозавров будет очень непростым. Сначала нам предстоит выбраться наверх по крутому подъему, а потом пройти через места, где живут не очень доброжелательные динозавры.
Венеру я смогу нести, а то тебе это будет не под силу. Готовы? Да. Готовы. Мы любой ценой должны вернуться домой. Там мои детки, муж и мама. Тогда можем выдвигаться прямо сейчас. Дорогие друзья, если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.